Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 23 марта, день Василисы. Православная церковь почитает память святой Василисы. Она погибла мученической смертью, когда ей было всего лишь 9 лет. Во время правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей христианской веры. Василису поймали и стали вынуждать отречься от Христа. Однако девочка была непреклонна, ее подвергли избиениям, страшным пыткам, травили дикими зверями. Но ничего не повредило ей, что удивило всех. Этот день в народе называли Василиса, вечной воды указательница. Сегодня к святой Василисе, покровительнице этого дня, крестьяне обращались с просьбой, чтобы она отвела талую воду от погребов и домов. При этом существовало поверье, что талая вода затапливает хозяйство тех домов, хозяева которых вели неправедную жизнь и много грешили зимой. Это поверье связано с тем, что вода, проникающая в любую щель, все знает о том, что происходит в крестьянском хозяйстве. Приметы. Если на Василису день глист, значит лен будет волокнист. Когда в реку начинают бежать весенние ручьи, хорошо клюет плотва. Холодный ветер сегодня подул, зима еще продержится. Сегодня густой туман висит, снег скоро растает, а лето будет дождливым. Синие тучи плывут по небу, значит в ближайшее время погода будет дождливой. Прилетела трясогузка, значит через 12 дней начнется половодье. Если трещит кора деревьев, весна будет сухой. Если утром пасмурно, а вечером небо проясняется, к заморозкам. Семнадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению, и поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечные чаи, промывающие и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Восемнадцатые лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало, и это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, мочевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очистительных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная.